Всем привет, с вами, как обычно, Дмитро, и сегодня презентую вам очередную версию модификации BGS Mod World War 1 Edition. Да, удалось самостоятельно разблокировать изначально АПК игры. Да, теперь можно модифицировать скиллы, и не только скиллы. Давайте посмотрим самые ключевые изменения модификации. Ну, во-первых, чуть-чуть заставочку сделал другую дорожечку. Так. Сейчас я музыку отключу на всякий случай. А то правообладатели меня затюкают. Возможно. Так, ну, во-первых, конечно же, скиллы. То самое обещанное. Да, теперь у каждого генерала совершенно другие способности. Да, ну, во-вторых, колесо. Чокнутое колесо, теперь оно будет крутиться абсолютно бесконечно. Вот так вот. Абсолютно бесконечно, ну, это в ущерб балансу, я думаю, не пойдет. Да, потому что система цен, она теперь совершенно иная. 100 медалей за самых топовых генералов, 50 за средненьких и 25 за самых таких, ну, не очень, так скажем. Но так я вам сразу скажу, что в некоторых случаях это может сработать иначе. Вы можете совершенно спокойно в слабой категории найти довольно-таки серьезного генерала по скиллам, который сможет даже забодать кого-нибудь из серьезных. Из третьего слота. Вот. Но это самое ключевейшее, наверное, изменение. То же самое с вещами. Вещи теперь все по фиксированной цене. 5 медалек. Также у некоторых вещей немножко усилились функции, поэтому следите. Так. Ну и небольшой ребаланс произошел в компаниях. Я показать, наверное, не смогу, потому что самые первые миссии тут, конечно же, не менялись, они довольно легкие. А вот дальше, например, известная миссия в компании Mother Russia, где надо было захватить Америку, выпилив вообще всех генералов, теперь это невозможно, вообще невозможно. Потому что скиллы поменялись в лучшую сторону у некоторых из генералов, и теперь без двух десятков аптечек вы просто не пройдете эту миссию. Пришлось ее исправлять. Теперь там цели всего две, Нью-Йорк и Вашингтон. Вот. Что касается самих юнитов, допустим, вот в конкурсе в этом можно встретить этот тюрка, да? Я решил оставить его на артиллерии тут, несмотря на то, что теперь он покруче в пехотном плане, просто ради баланса. Да, сейчас, мне кажется, конквесты составлены идеально, и поэтому юнитов я решил не править в конквестах. Вот так вот. Ну все, ссылки на скачивание, как обычно, находятся в описании к видео, да, на Яндекс.Диск и на Google Drive. Также я планирую опубликовать модификацию на Байду, то есть в китайском интернете, потому что заяц уже на мод, пытается его стырить. Вот. Ну все. На этом завершаю обзорчик. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте пальцы вверх. Всего доброго. Увидимся где-нибудь еще. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys.